Идем. Наш черед. Ну-ка, подержи. Вот и ты. Ее держись. Она поможет. Веди его, сестра Хиония. Чтобы убить заступи. Да! Уж за нас дурить сильно. Да! Уж я вижу чудеса. Да! Что сходились оба. Кружись, милый. Да! Сколебались небеса. Да! Кружись, да! Уж не может не быть. Да! Ведь хочет быть отец. Да! Не уже идти, не уже идти. Да! Только Бога не слушайте. Да! Воскресшего святого нашего, Ивана Суслова, полотно на израненном теле в новую кожу обратилось. Вот из такого полотна рубахи-то на нас. И ты наденешь, будешь нашим, моим будешь! Петров, со своими к воротам. Остальные за мной. Да! 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 Не трать! Не трать! Не трать! Нет тут у вас Бога! Нету! Рассыпались. Ухожу я. Останься! Не пущайте его! Куда ты? А ну, раны! Уйди! Парень, голубчики! Максим Фадеевич, дело о причастности Распутина к хлыстовской секте дважды открывалось. И оба раза обвинения снимались. Сразу вопрос. А что бы этим делам до конца доходить? Ежели открывали их, когда Гришка уже в Петербурге сидел, да в силе был. А мне его прямо от хлыстов притащили. У вас есть доказательства? Точно так. Ваше превосходительство доподлинное. Извольте, предъявлю. Думаю, впоследствии они мне могут пригодиться. Извольте. Вот, лично допрошел. Пожалел мерзавца. Хлысты-то в один голос его выгораживали. Дескать, ни при чем он тут, случайно проходил, странник божий. Они его за своего приняли. Не поверил он, конечно. Организация-то у них, почеше, революционная конспирация. Но сразу вопрос, куда с них девать-то в таком числе? Казенный харч? Не хватит у меня харча? Не отпущено? Вот. А Распутин местный, домой просился, но я его отпустил. В харю съездил, но для порядка. Да вот, извольте видеть, кровь с морды накапала. Вот это? Максим Фадеевич, да за этот вот листок с подлинной кровью самого Распутина, с крестом, собственноручно им поставленным, многие бы дорого заплатили бы. Тьфу ты. А мне-то это и святые мощи даром не нужны. Заберите от греха подальше. Туточки оно никому не понадобится. Ну что ж, возьму, возьму. Я думаю, может пригодиться. Спасибо. Максим Фадеевич, об убийстве старца Антипа на болоте. Что это вы мне об этом ничего не рассказали? Поговорим об этом, пока ждем настоятеля.
Значит, об убийстве. Отправил я его домой. Каждый день ждали. 4 года, слава богу. Ой. Угодили, Григорий Ефимович. Все хорошо, Раскай. Там фотограф из Тобольска приехал. Может, я скажу, пусть придет. С детьми вас имеет. Зачем? Ну, говори. Для памяти. Чую, уйдешь скоро. Ненадолго пришел. Идем вместе, самимся. Не, мне на вас глядеть хочется. Так я скажу фотографу-то. Пусть придет. Продавали, знаете ли, по копеечке. Ходили этакие с образками да фотографиями. Купили. Я шучу. Добрал, чтоб Бога не гневили. То у меня их много. Если желаете, можете взять. Максим Фадеевич, мне приятно ваше общество. Однако время. Вернемся к делу. Вы мне, кстати, до сих пор не рассказали об убийстве, а мне без этого возвратиться никак нельзя. Или убийства не было? Сразу вопрос. Вам лично мое мнение интересно? Мне, господин бывший уездный пристав, интересно предоставить в Петербурге доказательства того, что Григорий Распутин новый. Крестьянин деревни Покровская, Тюменского уезда, Тобольской губернии. Убийца. Не лези водка меня, поганая. Вот и паря. Воротейка взять, мне мой грех, и он. Иди, куда хочешь. Пойдешь-то куда? Не знаю.
Но и здесь я без толку. А я тебя упреждал. Мать честно. Странник! А пойди-ка сюда. Ну что, не нашел ты тут Дух Божий, странник? Ступай на болото к отшельнику Антипу. Ага. Вижу, знаешь. Человек он страшный. Грехов на нем нищета твоим. Вот он тебе и покажет Дух Божий. Ступай. Не один я от него пострадавший. И не самый обиженный. Мне... грех жаловаться. Служу Господу, как его верному слуге и положено. А причиной вашего разлада с Григорием Распутиным отче, позвольте поинтересоваться. Говорят, вы были дружны. Затем впоследствии в Петербурге по его протекции вы поднялись высоко. И вдруг... Причины просты, сын мой. Распознал я в нем дьявола во плоти. Вот что. Все грехи смертные за ним. И все на показ. Можно ли было терпеть такую дружбу человеку православному? Тем паче лицу духовному? Вся Россия его ненавидела, смерти ему желала и приветствовала героев, сподобившихся на подвиг сей во имя. Прошу прощения, отче. Я вот, например, всю жизнь уголовные дела расследую. И по сю пору убежден, что убийство есть преступление, осуждаемое каждым верующим человеком как худший из грехов, тем паче. Лицом духовным. Да прошу огласить, зачем меня вызвали? Извольте. Раз вы так оригинально на убийство смотрите. Имеете ли вы что-либо сообщить о смерти отшельника Антипа Михайлова? Известного как старец Антип, только из достоверного. Пожалуйста. Имею. Комарде. Вернуть? Идем, тетеря. Стемнеет скоро. Фу.
хлопцы. Убери все это. Че так? Под сердце. Угощать я пришел. Спрашивай. Звать меня Григорием. Настоятель сказал, иди. Антипа, он страшный грешный. Истязать себя за это. Ну, зачем пришло? Сам там слаб на таких злодеев. Я людей не обижаю. Странствую. Укрепление в своей вере ищу. Вера твоя. В себя одному. Оттого ты и грешен. И адский огонь. В груди у тебя была хата. Впрочем, чего тебе говорить, раз ты поймешь. Ты объясни, пойму. Что со мной? Откуда у вас сила? Скажи, раз знаешь. Неужто правда? Господи, тяжела наша нуля. Какой грех за тобой? Я, милый мой, людей грабил, нарезал. 100 годов загубил. Ты годов столько на свете не прожил. А потом остановился я на самом краю ада. Не спасся, нет. Отложил Господь кару мою. Повесил на душу цепи. Я все думал, для чего. Вот оно. Что-то не пойму тебя. Как жить, скажи. Как ты в болоте грехи отмаливать? Человек молится не для того, чтобы грехи отмолить, а чтобы Бога в душу познать. И чтобы Бог в душу пришел. И душу светом своим осветил. И вот что. Страшные дела твои я вижу. И не они тебя ждут, ты их в мир несешь. Звери за твоей спиной. И чудеса твои от дьявола, не от Господа. Так я думаю. Но я же не ошибся. То Господь тебя спасет. И как жить тебе, не мне знать. А как умереть? Убежден, что лично Гришка Распутин старца убил и сбежал в Петербург, дабы скрыться от возмездия. Где вы с ним впоследствии жили в соседних хилях, не так ли? Я тогда о том, что он старца убил, не знал. Не знал. А теперь откуда узнали? Теперь об этом все говорят. Бог свидетель.
К сожалению, Господа допросить как свидетеля возможным не представляется. Богохульствуешь, сын мой. Мне неприятен сей разговор. Прошу меня от него избавить. Не смею препятствовать, не смею. Да, на досуге. Будьте любезны, подумайте. Чье свидетельство вам может обвинить Распутина в убийстве отшельника, чтобы это не совсем на пустом месте было, а то как-то неловко. Так, а у вас, ваше превосходительство, физиономия-то вышла. Вот уж такого бессовестного, прости господи, выражения на лице батюшка не пригодилось. Замечать. Давайте-ка, Максим Фадеевич, сначала с убийством закончим. Сразу вопрос. По порядку. Что ночью Распутин прибежал к пещере старца, весь в крови, украл образок старца и сбежал. Прекрасно. Это поможет составить обвинение. Точно так, ваше превосходительство. Утром пришли паломники навестить старца и нашли юродивого в забытии. Следов-то самого старца так и не нашли. Ввиду отсутствия тела следствие установили. Как видите, немного я вам смог рассказать. Достаточно. Максим Фадеевич, мне пора. Колеска у ворот. На память. Судя по портрету, неплохой я человек получаюсь. Премного благодарен. На стенку повешу. Всего доброго. Итак. Доказательств принадлежности к холстовской секте не обнаружено. Фактов и свидетельских показаний, однозначно указывающих на причастность к убийству отшельника Антипа, нет. Домыслы, слухи, лжесвидетельства. Начало хорошее, Генрих Иванович. Ей-богу, хорошее. Конокрад, вор, убийца. Вот кто руководил страной в последние годы. Вот кто довел ее до этого. Простите, Александр Федорович, но мне все же кажется, что имеющиеся у нас улики ничтожны. Нужно продолжать работу. Согласен. Ни в коем случае нельзя прекращать работу. Ни в коем случае. Чем намерены заняться дальше? В Тюмени мне попался задокументированный факт присутствия Распутина на холстовских оргиях. Хочу сделать это основой обвинения его в сектантстве. Так ведь обвиняли его в холстовстве. Две комиссии было назначено, не доказали ничего. Я не об этом, господин министр. Я его, голубчика, в создании тайной секты уличу, в провозглашении себя мессией. А туда уже подошью и незаконное целительство, и разврат, и вообще все что угодно. Великолепно, Генрих Иванович. Бог вам в помощь. По любым вопросам я к вашим услугам. Тогда я немедленно обращаюсь. Мне нужен пропуск в Петропавловскую крепость и ваше личное распоряжение насчет допроса госпожи Воробьевой. Да, и генерала Ваейко. Ввиду особых обстоятельств, распоряжусь немедленно. Соедините с комендантом Петропавловской крепости. Насчет табачку сообщаю, товарищ. Туды его проносить строго запрещено. Не положено, то есть. Но, ежели несете, то самую малость передать можно.
Опять же, через меня. Ну, то есть, пару щепоток для караула отсыплите и несите, сколько влезет. Не курю я, товарищ. Вот, раньше при царе-то сидеть было ничего еще можно. Я в крепости сидел, знаю. Табачок там или жратва любая. Все передавали. Гуляли по 2 часа. Свидание. А теперь все. Врагам революции пощады нет. Так товарищ комендант говорит. Вы, свита, мне звонили. Я дежурный комендант Чкани. Вам звонили 3 часа назад. Ну и что с того? У этой вашей шлюхи распутинской доктор был. Она больна? 1/2 часа вам на разговор. Проходите. Часы, разумеется, генерала Воейкова, бывшего дворцового коменданта. В 72-й камере у тебя содержится. Таких часов во всем Петербурге не сыщешь. Подарок императора. А колечко золотое на вашем грязном пальце. Фрейлины Вырубовой, судя по описи при аресте. Я тебя вот в эту крепость в течение 5 минут в самый темный карцер усажу. И ты у меня сволочь. Никогда никакого врача не дождешься. Чего вы? Вы почему? Что позволяете? Вам, товарищ Чкани, звонил министр-председатель Всероссийского временного правительства. Я его личный представитель. Поэтому беседовать с арестованной буду столько, сколько понадобится. У нее в камере. И чаю туда подайте. Вы смеетесь? Кто вы такой? Прошу прощения. Свитин Генрих Иванович, следователь по особо важным поручениям. С допросом. Из комиссии. Нет. Я расследую убийство Григория Распутина. Несколько вопросов, но если вы не в состоянии... Чай. И дай мне чашку. Так не положено вроде. Мне этого чая потом вовек не простят. Говорите, что хотели. Ступай. Единственная прохладная стена. Остальные все горячие, как печь. Вызови коменданта, братец! Ой, это чудо, что вы для меня сделали. За это я готова рассказывать вам сутками. Меня не выводили уже несколько дней. Мои возможности, к сожалению, не безграничны. Анна Александровна. А как случилось так, что Распутин не узнал высший свет? Как только он приехал, о нем сразу же узнали все. Посади!
благословит. Благословит Господь. Покойней! Бог! Дитё, говорю, прими! Господь благословит. Не толкай! Что ты, Дитри? Бог, батюшка, благослови, батюшка! Батюшка, батюшка! Сестричка, вставай, затопчет! Агаша, вставай! Агаша, затопчет, вставай! Ну! Батюшка, батюшка! Батюшка! Что за сила тебя выбросила, дочка? Так я не сама. Это дядька какой-то выставил. Дядька? Этот? Этот. Выйди ко мне, добрый человек. Благослови, святые очи. Какой же я тебе святый? Я тебя как на иконе вижу. И нимб у тебя. Благослови. Бог благословит. Приведите его ко мне в ризницу. Правду в народе говорят, что ты чудеса творишь. Да разве люди чудеса творят? Только Бог? Всем известно, как Иоанн Кронштадтский чудеса творит именем Господа нашего. Что ты ищешь? Что тебя мучает? Ведь мучает. Вот однажды поругались двое богомольцев. Старый да молодый. И старый так молодого обидел, а что-то его ночью ножом пырнул. А сам в петлю полез. Проснулся я от крика «Спасите моего дурака!». Гляжу, старик на земле с ножом в животе корчится, а молодый на березе хрипит. Сняли его, раздышался. А старик помер, кровью истек. А перед смертью убивце-то своему жизнь спас. Объем кричал «Спасите!». Вот зачем Господь так управил? А разве для таких вопросов вера в человеке живет? Да и веруешь ли ты истинно? Тихо, отец Элеодор. Этот человек верит так, как тебе не по силам. И что же ты об этом думаешь, Григорий? Думаю, может, парень тот дал старику какой страшный грех искупить перед Господом. Умереть хоть в муках, но с чистой душой. А парень тот убивец, после в монахи постригся. Выходит, его спасли не зазря. У каждого человека есть свой путь. Туда, где ему Господь место назначил, а к нему задание. И какое, по-твоему, тебе место Господом назначено? В чем твое задание? Не знаю, потому к тебе пришел. Я задумал на родине храм поставить. Денег хочу собрать. Может, в этом мое задание. Может. Может и так. И много ли собрал? Вот оно что. За деньгами пришел. Вот мошенник, да? Господи, помилуй. Господь тебя привел. Здесь, в Петербурге, твое место. Вот, читай.
неграмотный. А говоришь красиво, заслушаешься. Дай прочту. Странник Григорий, радуемся вашему приезду. Просим в гости. Отказа не примем. Ваши барыни-богомолицы, Анна и Милица. Присядем. Таких деталей я, конечно, не знал. Ну, вообще известно, как Иоанн Кронштадтский принял Распутина, как впоследствии благоволил ему. Элеодор, говорят, стал ему на какое-то время близким другом. Другие иерархи тоже были к нему благосклонны. И епископ Гермоген, и Феофан. Но вопрос в другом. Как направляемый такими людьми Распутин мог впасть в ересь? Ведь, по сути, все эти его ночные бдения и родения – не что иное, как оргии. А что, если Распутин преследовал цель объявить себя новым мессией? Не собрать вокруг себя какую-то тайную секту, а создать новую церковь. Вот такие мысли меня посещают. Помогите мне в этом разобраться, а я помогу вам. Ведь держать больную женщину в казематах – это идиотизм. Вы хотите, чтобы я помогла вам объявить Григория сектантом, против веры отступником? Я. А вы не допускаете мысли, что вам могли быть неизвестны его тайные намерения? Этот человек поразил меня тем, что у него не было тайных намерений и не могло быть. Вся душа наружу, как у ребенка. Вообразите, сударыня, когда мы все подошли к отцу Иоанну Кронштадтскому, то он указал на Григория Ефимовича и сказал, что отныне этот скромный паломник будет принимать причастие первым. Да. Ибо он более достоин. Старец Григорий прибыл. Знакомьтесь, Григорий Ефимович. Ее высочество – великая княгиня Ксения Александровна. Ее дочь – княжна Ирина. Княгиня Ланская. Госпожу Бушмакову вы уже знаете, и она знает вас не понаслышке. Расскажите, сударыня, прошу вас. Да уж, батюшка, многое могу рассказать про тебя. В Сибири ты его давно уже за святого и чудотворца почитают. Сотнями, тысячами к нему шли. Как у кого ребеночек тяжело заболел или неизлечимая болезнь какая, так народ к отцу Григорию. А он помогает, исцеляет страждущих, словно Господь Бог сам его к нам послал. А сама я, государыни мои, решила значительную сумму на благотворительность отдать. Так отец Григорий мне повелел. Чем же он вам так помог, сударыня? Я была на богомолье. Только-только тогда мужа потеряла. А отец Григорий? Ты, княгиня, праведный мой Аким Иоанн, об успешном зачатии молилась? Молилась, отец Григорий. И к святым источникам в Пятигорске ездила. Думаешь, не помогло? И муж здоров. Здоров. Все не понесешь. Сына родишь. Молись только. Вот каков наш старец. Все видит, все знает. А я об вас думаю, как о святом человеке.
Ты в Черногоркасе подумала. Не любят тебя люди. Вороной зовут. Потому как хочешь у всех первой подругой быть. Власти хочешь. Ты не кивай, вдова. Страстотерпится, если я не строй. Всю гордыню свою тешь. Подачками хвалишься, а покоя нет. Покой-то он от чистоты приходит. А мысли у тебя? Лучше не знать. Это возмутительно, что за тон. Невозможно. А ты страдаешь. Муж по девкам бегает. Боится, не любит. А ты знаешь, сколько ему жить осталось? Нет. Вот и люби сама. Пока живы. Пожалей нас, отец Григорий. Выразуми. Пожалеть? Ну, пошли со мной в сиротский приют. Помолимся с коллегами. Кто пойдет? Я пойду. Ирен. Ангел Божий. Учись у нее, барыня. Пока душа у девушки чистая. Храни тебя, Господь. Опять не сдержался. Это он, государыня. Ну? Плохо ушло, благо пришло. Завтра же представим его, Ники. Премьера многосерийного фильма. Завтра, после программы «Время». Я везде за вас молюсь. А вот когда будет страшный случай, тогда и позовете.